Но у них не работает стоп один. Стоп не работает. Сейчас стоп не работает. Поворачивай. Или это зеленее. Сейчас они остановят его, и ты тоже остановись за ними. За ними сразу? Да, остановись вот тут. Не, ну кто его знает? Мне важно посетить ЧРВ. Здравствуйте. Здравствуйте. Что-то нарушили, да? Да, вы не говорите, что поворотник был не включенный. Я вам сейчас включил, но при повороте видно, что щелкается обратно. Улицы Гординского, да. А вы видели, у вас тоже есть проблемы с автомобилем? Так, там уже водитель, я еще сказал. Принимали какие-то меры? Суженный, короче, срок. Доедем до автомагазина. А как скоро вы собираетесь к автомагазину ехать? Просто я за вами еду, вы уже двоих остановили, к автомагазину не торопитесь. Ну, я просто вижу, что вы знаете о своем нарушении и продолжаете нарушать. Александр, просто... Есть другие обставины, которые измушают. Какие? Измушают водителя. Но вы знаете, что данное нарушение, оно критично сказывается на дорожной ситуации. Кто-то может просто в вас въехать, и это будет еще хуже. Выправим и долю, Александр. Ваши зауважения. Так давайте сейчас выправим или протокол составим. Протокол в каком выпадке? Постановление. Постановление так. Если напрацуют два стоп-сигнала, правильно? А что, одного мало для того, чтобы составить постановление? Том сказал, что два. Правило. У вас не работает, у вас техническая неисправность в автомобиле. Про два речь не идет. В принципе, о технической неисправности. Давайте устраним, такое... посмотрим. Может быть, у вас там просто... Идемте посмотрим. Идемте. Да нет, значит, удачи. Знаете, как он не работает? Вроде бы правый сейчас. Давайте, может быть, просто он отошел и все. Давайте. О, видите? Нет. Создаете аварийную ситуацию. Давайте я вас сопровожу на СТО. Сопроводим вас на СТО. Нет, что такое это? Конечно, я хочу, чтобы вы исправили это. А как? Потому что вы пообещаете мне, а сами не исправите. На какое СТО будем ехать? На ближайшее, чтобы я за вами еду. Хорошо. Поставьте аварийку, потому что вы двигаетесь с нарушением. Это что, получается, ребят, что если СТО закрыто, придется машину ставить на прикол? Не, сейчас Александр войдет. Не, ну правда, вот здесь еще может быть... Да, я думал. Зараз может быть, там с правой стороны есть что-то? Да, я вижу, что-то ходит. Закрыто, знаете? В воскресенье работает отлично. Девушки. Звездочки, да? Звездочки. Да, чтобы крутить, да. Да, это наши. Один ранник. Радужки ранник. А вы потом списываете затраты на полицию или как это происходит? Ну сейчас я пока попросил, а потом уже. Это... Потом вы же все знаете. В долг, что ли, вот вам дают, да? А как? Ну, начальство будет договариваться. Дай мне. То есть вы сейчас просто берете лампочку, а начальство потом. Не, я сейчас посмотрю, или работает. А, я понял. Там звездочка вроде, да? Да, там звездочка.
чуть дороже. Я предлагаю упростить вариант. Как? Пишем рапорт о том, что выявлена неисправность, машину необходимо отправить, как говорится, в депо. И все, ставим на приколы. У вас сегодня выходной, а техники в понедельник приходят и разбираются. Как вам такой вариант? Да. Какой план? План? На СТО добраться, взять кого-то, звездочку. А если лампочка не подойдет? Почему? Лампочка подойдет. Да? Будете работать, вот вопрос. Ну, поехали. Нажми, стоп. А с той стороны? Оно нажми. Нажал? Что-то и второй перестал гореть. Оно не той, не той, народу. Может, там дело не лампочка. Хорошо, уже глюйнули. Подавишься предохранители? Это предохранители 100%. Предохранитель надо зарядить на одно. Он один единый. Не, на то и на то. Да. Правильно? На крышечке написано там откуда куда. И электрик крышки на пара. Хочешь оставляй, завтра утром он придет подивиться. Да если бы он мог. Что, оставить? Ну да. Ну все, оставил, да и все. То есть стоянка охраняемая. Я. Ну, что-то и той перестал. А ты подивайся. Да, это ж надо знать, какие, блядь. Вот уж. Прикуривать. Да, прикуривать. Вам надо? А ну, подожди, какие это получается? Хорошо, что ты куда не находишь. Хорошо, что я все знаю, где. Ну опять короткая, опять воспалили. Не? Нажал? Угу. Ні, тут воно дай, воно буде постійно в це саме. Не, не нажимай. Так може лампочка просто другая нужна? Ні, корпусом. Ця работає, і та работає. Я так понимаю, это до первой ямки, да? Надо сделать, чтобы это самое, чтобы оно... А что оно? Выпадало хрень? Да не, вроде бы держится. Пусти. Работает? Нажмай. На этот раз будем считать, что вы отделались предупреждением, да? Замечание. Замечание, да, устранили неисправность. Но вы должны помнить, что самостоятельное вмешательство в ремонт автомобиля патрульного недопустимо. Этого делать нельзя. Это не ваша частная собственность, это все-таки государственная собственность. И у вас есть СТО сервисное, куда государство платит деньги. Если у вас есть какая-то поломка, вы сами не лезьте туда, потому что вы сейчас уже спалили предохранитель. Чем это могло закончиться, одному Богу известно. Согласны? Согласен. Следите за своей машиной прежде всего, за безопасностью своего движения, а потом за безопасностью дорожного движения всех остальных участников. Хорошо? Да. Удачи вам. Этот. Да. Что это такое? Что? Не, что? Пообщаться просто. Так вы можете на камеру говорить, людям будет интересно. А что вы? Расскажите, о чем вы стесняетесь? Вы же не хотите мне что-то секретное сказать? Не-не-не, смотрю просто говорите, ваши как блоги. И как вам? Есть. Думали, что окажетесь героем? Думал. Непонятно просто в какой ситуации. Ну, вы скажите, данная конкретная ситуация, она... Неприятная. Неприятная. Не, ну не смертельная, неприятная. Не смертельная. Ну, лично я бы, например, ну, рекомендовал бы вам не лазить в эту машину самостоятельно, потому что, ну, это неправильно. Ну, вы не специалист. Вы приехали в какой-то непонятный гараж.
кто этот человек, это кто электрик или кто. Я попросил у него. Давайте представим, что мы просто сейчас коротнем машину, и она сгорит. Ничего страшного не будет. Ну, в худшем случае вас уволят, в худшем случае. А мы, как налогоплательщики, потеряем одну единицу техники, за которую мы заплатили. Почему мы должны терять что-то по вашей халатности, согласитесь? Согласен. Есть у вас машина патрульная, это не ваша проблема, у вас не горит стоп-сигнал, вы починить его не можете, вы звоните руководству, говорите, такая ситуация, примите меры, дайте мне подменный автомобиль, либо пусть выйдет бригада и отремонтирует этот. То, что нет бригады и нет подменного автомобиля, это не ваша проблема. Но лазить самостоятельно в патрульную машину, это недопустимо. Я вам больше скажу, я не совсем уверен, что он отключил вам прикуриватель. А если он подушки безопасности отключил? Уверен. А если он отключил систему там ESP или ABS? Будьте осторожны. Сейчас все пересмотрим, заедем. Да, удачи. До свидания.